Место, где тебе всегда рады. Мамин дом сегодня принимает районное руководство. Андрея Иванова с порога встречает основатель клуба Оксана Артюхина, с недавних пор многодетная мама. Общественная организация «Супермамочки» в 2017-м исполняется 3 года. Это рубеж, который активистки преодолели с энтузиазмом и улыбкой. Созданы условия для мам, чтобы они могли заниматься фитнесом, йогой, приходить на какие-то мастер-классы, курсы, посещать какие-то интересные лекции. И все это они могут сделать, опять же, вместе с маленькими детьми. Здесь для них созданы все условия. Мамин дом – место активного досуга. На первом этаже – игровая и обеденная зоны. Территория мастер-классов и общения. Выше – зал для фитнеса, где мамочки занимаются спортом вместе с детьми. Это нагрузка и тактильный контакт. После аэробики легкий перекус за маминым столом, во главе которого самый главный папа Одинцовского района. На самом деле, мы вас очень долго ждали. Правда. 3 года? Да, потому что действительно наш мамин дом и нашу организацию, мне кажется, знают не только в Одинцовском районе, и в области. Очень часто мамы даже из других городов России пишут и спрашивают. За чашкой чая беседа потекла рекой. За 3 года супермамочки из клуба по интересам выросли в общественную организацию. Поддержка материнства, общение, творческие проекты, фотосессии и мамин патруль. Сложно назвать ту сферу, где не попробовали себя активистки. Движение объединяет свыше 1000 единомышленников. Из ближайших планов – новогодний мама-маркет и день рождения организации. Из текущих проблем – сложности с оплатой аренды. Многое делается здесь бесплатно. И, конечно, та нагрузка, которая в общественной организации есть с точки зрения аренды, каких-то закупки какого-то оборудования, игрушек, привлечения каких-то вот спикеров на различные лекции, мероприятия – это довольно большая нагрузка. И здесь супермамочки обратились с просьбой поддержать их. Я думаю, что мы сделаем это через гранты, через поддержку общественных наших организаций, которые мы проводим на территории региона. Не забывают супермамочки и про общественную нагрузку. Проект «Мамин патруль» успешно реализуется в Одинцовском районе. Власти прислушиваются к замечаниям активистов, регулярно инспектирующих городское пространство и детские площадки на предмет доступности. На встрече с главой супермамочки обсудили варианты участия в рождественских гуляниях и возможность открытия маминого павильона на центральной площади Одинцова во время новогодних каникул. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».